двух словах. Значит, я представляю Панату Кан. Это именно рукопашка без правил. Ну, может, на филиппинах, на самом деле, еще надо поискать. Вот это называется голок. Вот такие вот движения идут. Голок. Банда-банда. И раз. Здесь я отлетаю, набрасываю глаза. Я не буду ждать, и уже на любом из этих движений я наношу удар. Останавливаюсь. Колодный рассудок. Если есть возможность избежать боя, я как бы буду рассеять.